Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба Визуально», где мы обучаем стремительному освоению визуальной машины с нуля. Я приглашаю вас в наш новый проект, который называется «Марафон машинного вязания юбка пламя». После того, как мы провели 3 успешных марафона, первый был детское платье, второй – подушка клевер и третий – летняя панамка пень березовый. Мы понимаем, что эти марафоны – дали огромную пользу нашим участницам, которые неожиданно создали необычные оригинальные дизайнерские изделия, на которые никогда бы не решились самостоятельно, не потому что они не умеют, а потому что просто в голову не приходило, что это можно сделать так просто. И после того, как 3 марафона уже завершились, мы решили, что идем еще один заключительный марафон, потому что дальше уже идет осень и нужно готовиться к тому, чтобы отправить детей в школу. И не до марафонов будет. Но так как зимой и осенью нам понадобятся теплые юбки, то именно марафон «Пламя» поможет вам связать оригинальное дизайнерское изделие для девушки, для девочки. Яркое, непредсказуемое, эмоциональное, очень в ярких тонах. То, что выделит вас или того, на кого вы будете вязать, из толпы и покажет ваш вкус, вашу оригинальность, ваше нестандартное мышление. И даже если вы пока не представляете, что такое пламя и как это может выглядеть в юбке, вяжите с нами, и у вас все получится. Так как марафон – это вязание на скорость, то вам нужно всего лишь иметь элементарные знания в машинном вязании, чтобы вы могли провязать прямое полотно, а всему остальному мы вас научим в процессе марафона. Неважно, на какой машинке вы будете вязать, сколько лет вы уже вяжете, мы будем применять очень простые приемы, и у вас все получится. Чтобы принять участие в нашем вязальном марафоне, вам всего лишь нужен аккаунт ВКонтакте и почта в Гугле. Пишите ваши заявки на почту post@izbavizualno.rf. Так как с 3 марафонами наши участницы уже справились, то и у вас тоже все получится. Все проблемы будем решать по мере поступления, а сейчас вам нужно всего лишь подать заявку для того, чтобы участвовать в нашем марафоне бесплатно. После того, как он начнется, бесплатное участие будет уже невозможно. Пишите ваши заявки, и мы вместе с вами в начале августа свяжем оригинальную дизайнерскую юбку. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.